График отображает динамику цены финансового инструмента и необходим нам для того, чтобы проводить технический анализ, запускать советники, то есть роботов, и тестировать советников. Терминал позволяет открывать до 99 графиков одновременно. При этом можно настраивать их внешний вид, распечатывать графики, накладывать, удалять индикаторы, восстанавливать удаленные графики и использовать шаблоны, то есть настройки цветов и других дополнительных визуальных параметров. Для того, чтобы открыть график, у нас есть множество различных способов. Самый простой — в обзоре рынка нажать правую кнопку мыши финансового инструмента и выбрать пункт «Окно графика». Он будет построен. Также можно нажать «Файл», «Новый график» и выбрать валюту, ну или там акцию, смотря чем вы торгуете. График построен. Либо нажать «Окно», «Новое окно» и точно так же выбрать финансовый инструмент, который вам необходим. Либо на уже открытый график можно перетянуть нужный нам финансовый инструмент. Вот, например, сейчас открыто евро-иена. Берем доллар-иена, просто перетягиваем мышкой на график, отпускаем, и вот у нас построилась доллар-иена. Таким образом, мы можем строить любой график, который нам нужен. Данные, которые отображаются на графике, хранятся на жестком диске. Именно поэтому MetaTrader позволяет так быстро открывать графики в реальном времени. То есть, по сути, он просто открывает файл данных и только к нему добавляет те котировки, которые сейчас приходят. В связи с этим мы можем настроить количество баров в истории и количество баров, отображаемых на графике. Нажимаем «Сервис», «Настройки» и в «Свойства графика» регулируем пункт «Макс баров в истории», то есть сколько у нас вообще в принципе может храниться баров. Это сколько угодно большое число может быть, потому что записывается непосредственно на жестком диске. И максимально баров в окне – это то количество, которое отображается на графике. Для построения индикаторов, для проведения технического анализа берется именно вот это значение. Макс баров истории используется для тестирования советников. Также мы можем открывать графики автономно. То есть в них не будет поступать реальная информация с рынка, но их можно анализировать с точки зрения истории. Нажимаем «Файл», «Открыть автономно», выбираем «Инструмент», «Открыть». И вот у нас открылся график, в который не поступают в режиме реального времени данные. Таким образом, вот здесь мы видим, цена не двигается. И таким образом мы здесь можем проводить различные построения, анализ, какие-то нестандартные представления ценовой информации. Ну, в общем, здесь уже каждый трейдер сам знает, для чего ему нужен этот вид графика. Ну и, конечно, мы можем закрыть график, просто нажав крестик вот здесь сверху. Можем его свернуть, как обычное окно, развернуть и выстроить их так, как нам будет удобно. Через пункт «Окно», каскадом, горизонтально, вертикально. Ну вот, например, нажимаем каскадом, они выстроились вот так. Горизонтально, вертикально, в данном случае то же самое, что горизонтально, потому что 4 графика. И также у нас есть возможность переключаться между этими графиками вот здесь, внизу на панельке графиков.